Здраймер, ну что, сейчас в House Flipper поиграем, а что это за игра вообще такая, узнаем. Ну, судя по всему, из описания в Стиме, я, в общем-то, так понял, что это типа что-то об устройстве своего дома или создании своего дома. В общем, давайте стартуем. Сейчас глянем, не знаю даже, что это вообще такое до конца. То ли там надо что-то обустраивать, то ли заново строить, я так и не понял. Это какой-то типа симулятор, грубо говоря. Так, приветствуем тебя в House Flipper. Эта игра позволит тебе покупать, ремонтировать, устраивать и продавать обновленные дома. Но пока тебе придется довольствоваться этой старой развалюхой, которую ты можешь назвать своим офисом, а также ноутбуком, который является центром управления. Блин. Так, подожди. Это что у нас? Если ты выйдешь, то результаты будут автоматически сохранены. Не, остаться. Нажми, чтобы выбросить. Ну, естественно, это надо. А подожди, я могу это не выбрасывать. Подожди, а как. Блин. А как перенести предметы? Алло. Так, ладно. Начали с уборки, окей, я понял. Так, ух ты ж, блин, что тут за бомжатник? Сука. Хорошо, тут еще быстро все убирается, блин. То есть я так понял, короче говоря, нам надо обустроить этот типа дом, что ли, подготовить его к продаже, типа, судя по описанию. То, что было в начале. Ни хера себе, кто ж такое купит-то, елки-палки. Здесь убираться неделю будешь. Что-то камера, блин, дергается, хрен просы что-то. Ни хера там звук открывания. Чё? Очистка недоступна? Ну так естественно, нечем. Блин. А, придержи, чтобы поднять. Нажми, чтобы выбросить. Нажми, чтобы разместить. Так, работать, подвинуть. Так, Shift, чтобы повернуть. Чтобы поставить предыдущее место. Так, окей, ладно, пусть валяется. В принципе, еще с механикой надо разобраться, вообще обосраться. Ноутбук позволит тебе принимать заказы, покупать дома и проходить между ними. Ты не можешь пока что позволить себе на покупку дома, но похоже, что в электронном ящике у тебя уже есть первый заказ. Так, подождите, давайте сначала инструменты тут все поубираю. Особенно самый главный инструмент — это кувалда. Так, блин, куда ты? Мне, кстати, вот что уже радует, между прочим. Очень интересная физика размещения предметов. Точнее, механика размещения предметов. Так. Бензопила. Я надеюсь, она не для рубки людей здесь нужна. Так, отвертка. Ну, хотя, ладно, в принципе, я так понял, это типа что-то нашей мастерской. Ладно, где у нас, он сказал, в ящике заказ? Ну-ка, давай-ка. Подожди, а в каком ящике? Я думал, в почтовом, типа, ящике. Может, в этом ящике, в электронном почтовом ящике? Ну да, так и есть. Архив. Здравствуйте, я бы хотела поручить вашей фирме работу по наведению порядка в моем доме. Судя по фотографиям на фейспалме, я вижу, что мой бывший из мести вломился в мою квартиру, устроил бардак и вынес батарею. Возможно, не хватает чего-то еще. Пожалуйста, найдите порядок в доме и установите недостающее оборудование. Я бы хотел вас попросить не сообщать об этой ситуации. Т-т-т, короче, ясно. Окей, я понял, это была, значит, наша мастерская. А мы типа гоняем по домам. Ну круто. Интересно, у какого же мастера такая, блин, бывает засранная мастерская? Так, поздравляем. Ты разблокировал новый инструмент. С того момента ты можешь убирать грязь, используя швабру. Круто. Ну, я так полагаю, мы на той же самой улице примерно. Или они просто все одинаковые будут? Так, она сказала, он вынес батарею. Еще, возможно, чего-то не хватает. Ну, окей.
Он не только, блин, вынес батарею, он еще сюда принес говна целую кучу, судя по всему. Ё-моё. Тут, по-моему, ураган прошелся. Да, по-моему, не симулятор строителя, это симулятор гребаного уборщика. Так, поднять, придержать. Это не открывать, короче. Так. Задание в других комнатах. Одно из двух. В смысле? Приход. Минимальный прогресс. Нихера себе богатый, слушай. Схера ли это так вдруг? Охренеть. Ладно. Так. Подержи, чтобы очистить. И как это, вот так что ли чистить? Ну окей, ладно. То есть ты моешь полы без воды? Давно я не видел такой крутоты. Ну это реально, блин, симулятор уборщика, а не строителя. Вы что, прикалываетесь? Типа я понимаю, что игра переводится типа как перевернутый дом, или можно было назвать дом вверх дном, ну типа того. Но как бы это, по-моему, немного не то. С этого момента в твоем распоряжении есть планшет. Нажми Tab, чтобы его вынуть или спрятать. Он позволит тебе покупать вещи, это пригодится на заказе. Нормально, блин. Блин, устроился в уборщик. Я-то думал, мы его будем строить. А я умудрился себя расстроить. На елки-палки. Ну ладно, хрен бы с ним. Сейчас разберемся. Так, включи планшет, чтобы выбрать, что хочешь предназначиться. Что, да ну вас нафиг? Мы тут еще не закончили. Так, подожди, а как я... А, угу. На правую кнопку, окей, я понял. То есть он шваброй все моет, ну вообще молодец. И столы, и полы, и стены, и потолки, наверное, да? Вообще красота. Так, давайте-ка мы этот стол как-нибудь тут, я не знаю, развернем, что ли. Вот так хотя бы сделано. Это вообще какой-то бардак. Да елки-палки, вы серьезно? Не, это, конечно, я понимаю, блин, игра отчасти прикольная, то есть по-своему, но, блин, как бы это задолбаешься убираться. Как бы тут все, в принципе, понятно. Это, наверное, знаете, игра для тех, кто ни разу никогда в своей жизни сортир не мог. Если он попробовать решил, то ему, в принципе, это, наверное, игра зайдет. И на такую работу он больше работать никогда не пойдет. Так. Что там надо было сделать? Уберите мусор 100%, очистка загрязнения 91%. Установи устройство. А что за устройство? Так, ну надо как-нибудь это поравнять. Вот так. А что за устройство установить? Я не понял. Ну, стырил он трубу, блин. Подумаешь. Так, что там? Разгром. Покраска. Строительство. Так. Статистика. Аппарат. Галерея. Покупатель. Магазин. Так, что он там стырил? Ох, нихера себе, тут сколько всего. Стафы, шкафы, жалюзи, письменный стол. Ух, ёлки-палки. Ванная комната. Блин, да я офигею, чего только нету. Так, ладно, мы сейчас как-нибудь вот так найдем батарею, потому что я не знаю, в каком пункте она может быть. Реально. Шкафы.
Блин, нет, так, наверное, не знаешь. Давайте начнем с кухни. Так, кухня. Здесь нету. Ладно, так, кровать, краска, другое. Что у нас в другом? Какие-то дипломы. Так, часы. Блок с рецептами. Какая-то хрень неведомая. Блин, а где это реально? Ванная комната. Светильники. Выживание, бытовые электроприборы, покрытие, плитка, настенная плитка, растения, установки. О, батарея. Так, батарея. Купить. Установить. Ага. Круто-то. То есть я, короче, универсальный этот, мастер на час. Вот это класс. То есть я и сантехник, я и уборщик, я и строитель. Я вот, наверное, и охранник, и тому подобное, да? С этого момента можешь завершить не полностью выполненный заказ, нажимая на Enter. А, то есть у меня, да, там же еще очистка загрязнения, типа, неполная. Очисти загрязнение. Задание 2 из 3. А какое еще задание? Че, прикалываетесь, что ли? В чем еще? Что еще убрать? Загрязнение в двух комнатах. Не понял. Так их тут нету больше. Ладно, короче, Enter. Да. Хватит. Не, игра, в принципе, прикольная, но, блин. Не знаю, записывать по ней что-нибудь еще стоит, или что-то какое-то получается тогда брит. Типа, блин, симулятор реально всего на свете. Хоть бы у себя убраться, блин, сначала. Ну, что это за мастер такой вообще? Офигеть, у которого такой срач. Тут, похоже, вообще не уберешься. Слушай, тут вообще стены не моются. Капец какой-то. Чё это, блин, тут или на ржавое все это вот уже гнилое. Чё здесь вообще такое, непонятно. Типа, обустрой свою мастерскую, да? Ну, красота. Так. Поднять, то не надо нам убирать. Батарею можно вкинуть, в принципе, почему бы нет. Так, ну-ка, допустим, ладно, давайте-ка еще попробуем какой-нибудь заказ взять. Ну, по два заказа. Отправитель Екатерина Иванова. Здравствуйте, короче, Грена, нужно сделать порядок в гараже. Выбросьте, пожалуйста, все коробки и мусор, также старые покрышки. Не забудьте о том, что надо вымыть окна. Инструменты лучше не трогать. Муж не любит, когда кто-то их перекладывает, потому что он жалуется, что не может ничего найти. Вот, давай вот это. А почему здесь имена русские? Это русские кто-то делает, группа Хана. Придержи, чтобы поднять? Серьезно? То есть чувак может тупо своими собственными руками тачку сдвинуть? Да вы что, издеваетесь? А почему номера... американские, типа, а имена русские, я не понимаю. Это что, типа, русские в Америке, что ли? Что за бред? Ё-моё! Ну и звук! Ужас. Так, инструменты не трогать. Окей, я понял, ладно. Инструменты мы не трогаем. Так... за велики. Рама карбон, задний амортизатор и 27 скоростей. Типа того, как в рекламе. Только не говори об этом маме. Ага. Так, это что у нас? Вход в дом. Нам тут не надо ничего. Уберите мусор. Так, ну так это не мусор, подожди-ка. 56 нажми, чтобы выбросить.
Так, вот это не надо, это не мусор, типа, это нужно, типа. Так, это выбрасываем, это выбрасываем, выбрасываем. Тоже туда, тоже туда. 83%. Так, а что еще осталось? Ага, вот это. Так, шунды велики. Выбросить. Ладно, не шучу, не велики. Придержать, чтобы понять. Так, ну убрали мы на 100%. Теперь надо вытереть все полы. Интересно, сколько там платят? Приход 9,4, 9,5 косарей, приход. Новая точка с возможностями уже доступна. Нажать на данную клавишу, чтобы совершенствовать способности уборка. То есть я что теперь, типа, могу скорость своей уборки, что ли, прокачивать? Что за нафиг? Не, ну вообще прикольная тема, на самом деле. Для тех, это, кстати, можно, знаете, это при помощи этой игры людей, тех к уборке приручать, которые не хотят ни хрена это дома выполнять. Ну, то есть, типа, ну, реально. Так, я надеюсь, велики вот сюда влезут оба. Вот так вот нормально сойдет. Так, очистка загрязнений. Че, еще не все, что ли? А где еще? Стол? А нахер бы он не пошел? Со своим столом. Где еще потолок? Да вроде все нормалек. А, еще следы от шин надо стирать. Я вообще начинаю офигевать. Ты их просто так же не сотрешь. Еще бред какой-то. Или это типа грязь от шин? Но если грязь, то да ладно, но если это не следует покрышек. Так, очистка загрязнения. А где еще? Что еще осталось? 97%. Алло. Коробка, что ли? Ну я офигею. Вычисти окно. А может, ну нахер ее? Она внутри грязная или снаружи? Или чё, или... Окно грязное с другой стороны. Да вы, блин, прикалываетесь. Ох, нихера, это чё такое? Чё? А, шкребок. Ну вообще нормалёк. Похоже на бритву электрическую больше, чем на шкребок, если честно. Ох ты же нихера ж себе. Мне вообще интересно, это кому это, блин, платить будут 10 тысяч почти за уборку? Это что за бред вообще? Все, можно завершать. И баблостики собирать. Ну, не дурно, в принципе. То есть, получается, дерьмо за другим убираешь и свою мастерскую улучшаешь, я понял. Собственные фотки, картинки. Так что можешь использовать закладки, аппарат, чтобы делать фотографии. Окей. Так нахера мне чужие фотографии, срача вообще? Типа как бы, камон. Я так понимаю, поначалу будут задания простые. Давайте-ка, знаете, что попробуем, короче? Обустроить свою хату. Вот что мне надо. Ты не можешь здесь установить батареи. Серьезно? А ну-ка нахер. Слышь. Да блин, а я ее могу... Как-нибудь во. Вот так. И все ништяк. Во. Другой разговор. Уже пошел. Сейчас мы у себя для начала тут все обустроим. Чтобы все было нормалек. А то какой-то, блин, мастер, ломастер. У самого ни хрена, блин, это. Нет нормальной комнаты, в которой он живет. Во, вот так вообще пойдет. Так, надо с дверью чудо, короче, делать. Надо поменять дверь, то за нее браться противно. Фу. Вообще. Так, теперь мы кровать поставить не можем, блин, вот дерьмо еще. Так, ладно, сейчас мы, короче, с инструментом тогда разберемся. Ну, становись ты как-нибудь уже, ё-моё.
понятно. Так, тумбочка. Тумбочку мы сейчас чутка сдвинем. Квалдометр сейчас вот сюда положим. И нормально должно как бы типа быть. Я могу вообще как-нибудь ее выбросить, например, типа, если хочу. Например, ну как бы если она мне мешает. Блин, зараза свалилась. Бензопила. Ну окей, ладно тогда. Пускай так. Что у нас там по дверям? Вообще, я могу как-то что-то сделать? Подожди-ка. Там же что-то про прокачку вроде было. Уборка. Возможности усовершенствования. Проницательный взгляд, быстрые руки, уборка быстрее на 25. Давай вот это вот. Проницательный взгляд. И вот это вот тоже, скорость. Дальше разгром. Ну это разгром что-то какая-то хреновина. Надо разобраться, короче говоря, наверное, с кувалдометром. А как, я так полагаю, наверное, при помощи этого инструмента можно что-то сносить. Вопрос только в том, как его применить. Блин, как бы мне тут все обустроить, а? Получше. Или пока еще рано, нам нельзя, я что-то не пойму. Покраска. Че, на швабр туалет, что ли, еще чистить? Ну, серьезно? Не, есть же какие-то способности. Там что-то про какие-то способности говорили. Статистика, галерея, магазин. Ну, подожди-ка. Галерея, статистика. Совершенствование, уборка, разгром. Разборка быстрее на 50%. А как применять-то инструменты? Ну, то есть, как бы, типа, у меня еще выбора дальше что? Мне их вот будут выдавать по мере прохождения или что, я не пойму. Ага, окей. Ладно, сейчас мы поставим батарею. Где бы она там ни была. Чего? О, все. Сейчас мы ему сделаем батареи. Вообще лафа. Так, спокойно. Все нормально. Все. Готово. Блин, кто же за ремонт батареи берет 11 косарей? Вы что, совсем долбанулись, что ли? А ну-ка, что у него тут еще за задание? Гостиная, нет заданий. Установи устройство. Задание в других комнатах. Не понял. Подожди-ка. Что, ему еще батарею где-то поставить надо или что? Тут же вроде все стоит. А, ну да. Окей, тогда. Ну ладно. Так, установи устройство. Одно из трех. Так это же два уже из трех тогда должно быть. Два из четырех. А поспать бы ты не прилег. А это что? Раковина. Можем отвинтить. А можно завинтить. Так, кухня, подожди, или где там? Кухня, столы, стулья. Раковина, значит, говоришь. Ну и хер бы с ним, пускай так. Поставим ему раковину, чего бы нет.
Пускай стоит. Так, ну и все, наверное. Че еще? Больше тут ничего не надо. Окей. Пофига. Там вообще что-то немного непонятно. Игра-то еще сыровато. Ясненько. Мне надо разобраться, как, блин, что-нибудь здесь раздолбать. Чуваки, как что раздолбать? Батарея. Так, придумать достаточно... которую недавно купила. Античность. Как покрасить часть стен в гостиной алым цветом, остальные стены будут чудесно выглядеть покрашенными серым цветом. Чуть не забыла. Почините, пожалуйста, спрощенные розетки. Заранее благодарю. Окей, погнали. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. Ну, я так и думал, надо по мере прохождения будет разблокироваться. Ну, может быть, вторую серию тогда запилим, ладно. С этого момента ты сможешь красить стены кистью. Тебе надо лишь использовать планшет, чтобы купить краску. Блин, кто такие двери ставит в комнату? Вы чё? Так, она там что-то трындела про розетки. Вася. Он не работает. О, еще и свет работает. Покрасить комнату, установи устройство. Еще не понял. В какой комнате-то красит, алло? Так, вот он, эта хреновая розетка, окей, я понял. Аккуратно, а то жахнет током, блин. Он что, их пальцами закручивает? Ни инструмента, ничего не появляется. Это звук от шуруповерта. Розетки европейского типа. Так, а чё красить? Я вот... Подожди, ты нам сказал, какую комнату вообще? А я могу как-нибудь посмотреть задание, что мне там говорили или нет? Так, ладно, мастер на все руки. Сборка быстрее, штукатур. Во, вот это вот лучше. Возьмем. Так, магазин. Он сказал купить какую там краску, типа розовую или алую там какую-то. Ну, тут нужно здесь так. Шкафы, жалюзи, растения, столы, лампы, напольные панели, ковровые покрытия, настенные панели. Настенные панели. А где, блин, краска? Что-то я не догоняю. Кухня. На кухне ничего не будет. Настенные плитки. Лампы. Блин. Малиновая перемена. Ну, в какой комнате? Где-то тут еще должна быть розетка, я так понял. Вторая какая-то у нее ушатана, но я ее не вижу. Они хоть бы, я не знаю, помечали это как-нибудь. Тут-то мы одну сделали, а где еще? Ку-ку! Это все равно надо. Так, это не та розетка. Инфа 500%. Так, это тоже не та. Угу. Что-то очень подозрительно. Настройки управления. Здрасте. Я не могу посмотреть управление. Вот это хорошо вообще. Не, реально, я не догоняю. А где здесь? Еще одна розетка. Эх ты ж, блин, тут...
Не, это не то. Где вообще, блин, зараза, краска? Ага, краска. Да, нету ни хрена. А, тьфу ты, вот она. Блин, а почему эти клетки по одной? Почему они не по две? Ну это же бред, конечно, получается. То есть это идет разделение просто напросто. Немного, может, неправильно, или мне так кажется. Но лучше бы они тоже были широкие. Просто их вот так вот по одной зафигачить, это очень долго. Их проще не по горизонтали, а по вертикали тогда красить. Ну да ладно, хрен бы с ним. Тут осталось немного до перекраса, ладно. Блин, а все уже что ли? Ну блин, хреново. Сейчас опять покупать краску снова. Надо было в полоску фиолетово-малиновую кухню сделать. Ну да ладно. Сейчас докрасим. Там уже посмотрим, что получится. Это, кстати, еще хорошо, что удобно здесь сделано тем, что не надо еще снимать батареи, убирать мебель, можно прям так фигачить. А если бы еще надо было это убирать, то все тут бы вообще прихнулся нахрен, реально, кто бы это стал бы красить? Тогда бы задолбался. А если в VR это еще сделать игру, то это вообще будет охереть. Там руки нахрен отсохнут. К хренам вообще. Да, VR это реально задолбаешься махать руками. Ну что, типа все? Ну окей, хер бы с ним. Хорош. Одну розетку, правда, забыли, ну да ладно. В общем, вот такая вот местами сложная, но интересная игра. Может быть, поиграю в нее еще. Разочек тогда. Ну ты пока что лайк поставь, подпишусь, и все будет зашибись.